Россия имеет все шансы стать одной из наиболее благоприятных стран мира для ICO-проектов. В 2016 году по показателю сборов от ICO Россия еще не входила в топ-5, уступая США, Китаю, Сингапуру, Гонконгу и некоторым другим. В 2017 году Россия стала второй страной мира после США по показателю сборов от ICO – более 300 миллионов долларов. На государственном уровне обсуждается введение криптовалюты технологии блокчейн в правовое поле, чтобы уменьшить инвестиционный риск хищений. Законодательные изменения неизбежны, так как крипторынок в мировом масштабе ускоряет формирование.